16 сентября компания «Морозпродукт» в торговом центре «Галерея Минск» провела праздник для всех детей и их родителей – «Двор нашего детства». Все посетители смогли снова окунуться в беззаботное детство. А это, конечно же, игры во дворе и самое вкусное лакомство всех детей – мороженое. Находимся в галерее Минск, и сегодня здесь супер-супер клевый праздник для всех детей и для их родителей. Морозпродукт! Посетители играли в крестики-нолики, делали из бумаги самолетики и панамки, мастерили поделки из деревянных палочек от мороженого, оставляли надписи на импровизированных гаражах и раскрашивали магниты. Но главным событием праздника стал розыгрыш финального приза – 20 тысяч рублей в рекламной игре «Любим, знаем, конечно, играем». Участником игры мог стать любой покупатель мороженого 20 или 28 копеек, выполнивший условия акции. Купи 5 пачек, зарегистрируй коды и участвуй в игре. За несколько летних месяцев были разыграны сотни призов. Смартфоны, фотоаппараты, ланчбоксы, термокружки и полотенца. 20 тысяч рублей от компании «Морозпродукт» получает Лисунова Ирина Александровна. Бобруйс! Мы участвовали с ребенком уже давно во всякие акции, играли, но никогда нам не везло. А именно вот с «Морозпродуктом» нам так хорошо повезло. Благодаря еще моему ребенку, потому что это она уговорила меня участвовать в этой промо-акции. Ну и приз мы, конечно, потратим на отдых в первую очередь. Поедем куда-нибудь в теплые страны. Компания «Морозпродукт» в очередной раз доказала. Мороженое – это лакомство, с которым легко снова вернуться в детство. Ведь детство – это синоним счастья.